Philips BHB-868-00. Щипцы для завивки волос, которые обеспечат профессиональную укладку за 10 минут. Устройство поставляется в фирменной коробке и комплектуется пользовательской инструкцией с гарантийным талоном. Диаметр плойки 32 мм, что позволяет делать именно укладку волной, а не просто стандартные кудряшки. Устройство выполнено из пластика с преобладанием черного и фиолетового. Питается плойка от бытовой электросети. Длина шнура почти 2 метра. Вращающееся основание не позволяет кабелю спутываться во время укладки и не отвлекает вас от процесса. На корпусе есть удобный дисплей, который отображает текущую температуру и позволяет контролировать нагрев. Под ним вынесена кнопка настройки и блокировки температуры. Еще ниже – клавиша включения и выключения устройства. Щипцы обладают керамико-кератиновым покрытием и удобны в работе. Локоны идеально соскальзывают с них и не цепляются. Прижимная лапка здесь стандартная, как и у большинства подобных аппаратов. Прядь полностью умещается на утюжке. Разогревается устройство за 10 секунд, а температурный диапазон находится в пределах от 130 до 200 градусов. Режимов нагрева здесь 8, шагом в 10 градусов. В целях безопасности прибор автоматически отключается после 60 минут простоя. А за здоровьем волос здесь следит технология Split Stop, которая предлагает оптимальную степень нагрева и трения. Плюс гладкий кератиновый корпус с кератиновым покрытием, который снижает давление на кончики волос. Как итог, кончики не секутся, а волосы остаются крепкими. Плойка Philips BHB-868-00 отлично выпрямляет локоны и завивает их в идеальную волну. При этом на укладку уходит не более 15 минут, что существенно экономит время на подготовку к выходу в свет.